Вечером на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал от сотрудников одной из автозаправок Центрального района. На вызов была отправлена группа задержания. Прибыв на место, полицейские выяснили, что несколько минут назад на автозаправке был угнан автомобиль BMW X5. Сотрудница АЗС сообщила, что видела двух мужчин, которые разговаривали на повышенных тонах и отчаянно жестикулировали. Испугавшись, что конфликт может перерасти в драку, сотрудница нажала тревожную кнопку. Но вскоре один из конфликтующих сел в автомобиль и уехал. В то же время в дежурную часть УВД Сочи поступило сообщение о том, что с автозаправки был угнан автомобиль BMW X5. Оказалось, что владелец иномарки остался на заправке, а его знакомый, воспользовавшись тем, что ключи зажигания остались в машине, совершил угон. Автовладелец сообщил приметы автомобиля и регистрационный номер. Был введен план перехват. При несении службы от дежурной части получили ориентировку на BMW X5 белого цвета. При отработке района данный автомобиль был задержан на Мамайском перевале. Люди с автомобиля были доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. О причинах конфликта потерпевшие и подозреваемые умалчивают. Тем не менее, 31-летнему местному жителю может быть предъявлено обвинение в угоне автомобиля. Ведется следствие.